В Узбекистане ситуация тяжелая, и там сейчас начнется нешуточная схватка между кланами. И я боюсь, что возможен вариант, когда начнется раскачивание ситуации в регионе именно с этой стороны, если к власти придут люди такого экстремистского толка. Понимаете, в чем дело? Мало кто говорит о том, что в Сирии ИГИЛ в значительной степени перебазировался в Афганистан. Зачем? Так готовится работа для наступления на среднеазиатские наши республики, бывшие советские. И учитывая просто катастрофическое социальное положение в этих республиках, я вас уверяю, что если эти бандиты туда зайдут, они по пути к нашим границам навербуют там за 3 копейки огромное число боевиков. Просто потому, что там люди находятся в скотском положении. И это весьма и весьма опасно, потому что дальше там Казахстан, а дальше уже Оренбуржье наше, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы всеми возможными средствами Кремль каким-то образом пытался влиять там на ситуацию. Потому что я знаю точно, что американцы сейчас работают там очень активно. Там в американское посольство прибыл целый отряд специалистов по переворотам, по воздействию на ситуацию, социальные психологи и так далее. Поэтому, я думаю, нам тоже нужно принимать какие-то меры.